Кошка. Всем привет. Я Марфуша. Коробки. Пока так. Сегодня у нас доставочка. Все, блин, еле уместилось на моей маленькой доске. Том Ямыч, гавайской пиццерии. И салат греческий, это из томата. Вообще, я сегодня планировала пельмени съесть салатом. А там я так себе купила. Но сегодня уже я увидела утром пельмени у Женечки. А я не очень вообще люблю, когда в один день у кого-то одинаковые блюда выходят. Мне кажется, не так интересно, да? Типа у одного одно и то же, посмотришь, у другого. Это как на Пасху было. Куличи. Ну, немного кто снимал, но снимал. Сегодня такой макияж, пыталась румяна поярче, чтобы было видно, потому что я один раз накрасила, и не было видно. Немножечко, мне кажется, перебор, да? Я пока не знала, он такой горячий был, а сейчас ледяной. Класс. Прошло меньше минуты. Смотрела, давно мы его не ели. Я, блин, весь холодос пережила. Искала лимон. Хотела лимон добавить в греческий. Не нашла. Сейчас поверну. Угу. А у меня еще был вопрос, нахрена я ставлю микрофон около рта? У этого микрофона есть 4 направленности. Сейчас покажу. Вот тут вот. Типа стерео. Сейчас поставлю, чтобы не шуметь. Типа стерео, это для больших мукбангов подойдет в наушниках. Это звук будет идти сбоку, сбоку, сбоку. И это надо вот так вот делать, типа... чтобы в микрофоне в одном твой голос был, в другом. Также есть, то есть, для интервью подойдет, то есть, когда кто-то вот прямо говорит, и сзади кто-то говорит. Также есть направленность, когда он по кругу все ловит, все звуки мне тут тоже не надо. И когда... А, и когда прямо вот я говорю. Это перед. Я выбрала направление, чтобы мой голос ловил только так, и все, никакие другие звуки. Если я туда поставлю, я вообще говорю туда. Я бы микрофон сюда поставила, но прикиньте, вот это будет хрень торчать тут. Почему всегда все надо говорить и объяснять? Я поэтому сначала и хотела купить пантограф, когда он вешается, видели, у некоторых стримеров микрофон висит. Даже вверх ногами вешают. А потом думаю, я хочу белый, красивый. И цеплять подоконник. Возможно, он будет мешать. Да и... 3000 стоит. Я такая, не... Ну, за 500 рублей мне не нужен. Он может вообще какую-то хрень будет не держать микрофон. Поэтому так... Моя любимая гавайская пицца. Блин, я хотела шорт снять с пиццей. Я забыла. Тут раз с роллами забыла, типа. Съешь ролл, если ты там то-то, то-то. И с пиццей откуси. Кусок пиццы. Это было, блин. Что, у нее еще будет сейчас шорты снимать? Мне показалось, я сказала шорты снимать. Шорты в YouTube. Блин, я на них подсела. Mm.
У меня сок уж... Ой, пиццу-то куда я убрала? Ну, я пока тут поставлю. Мой банан, банан, яблоко. Я скоро с вами все соки свои выпью, которые у меня лежат для таблеток. Я просто кальций не могу пить. Там такая дура таблетка огромная. Салат я чуть-чуть попробовала, пока мешала. И приминала вот так. Не могла, прикиньте, упаковку поместить, такую тарелку большую. Привет, горький. У меня обычно лист горький становился через какое-то время. Ты сначала это ешь, но мы это тоже покупали. Он нормальный. А потом уже день-два он у тебя лежит, нормальный на вид, но он уже горький какой-то. Сыр, кстати, какой-то безвкусный. Не соленый. Оливка, да? Угу. Мне не очень только нравится, как они рубают. Ну, побыстрее, да? А дома сам чуть поменьше делаешь, чтобы удобно кушать было. Я очень хочу вернуть цветной фон. Но не знаю, как это сделать. По поводу бровей. Вы знаете, девочки, как это бывает. Хочешь убрать один волосок и все. Не можешь остановиться, все. Пересипал. Я их пока не красила. Я так давно брови не красила, что разучилась, как и стрелка. Короче, не знаю, хочу сделать... То есть для того, чтобы был свет, надо сделать, чтобы было темно в комнате. У меня светло в комнате, очень светло. Это просто я сажусь, свет на меня падает, и кажется, что тут мрак. Время 1:30. Светло. У меня закрыта штора, все на светло. Если я туда встану, то есть будет видно, что светло, будет засвечено все. У меня так лень, я не впадла, короче, вставай. Я просто села уже, удобно. И вот я думала, как сделать бюджет, ну, не тратясь. Взяла коробку от светильника РГБ. Случайно сказала, серьезно. И от телевизора коробка, вот, видно? Вот, вот это вот. Разрезала, склеила. Все равно не хватает, все равно светло. Да и, блин, коробка чуть все не свалила. Видите, как светлеет, когда я поднимаю чашу.
и темнеет. Кальмар вот этот такой немного резиновый стал. Полежал, потому что он вчера приехал. Был очень горячий, да, я вчера заказывала. Мне иногда бывает такое, знаешь, типа и плохо. Вот тебе так как-то в душе, что хочется что-то сожрать. Прям нажраться еды. Еще я первый раз на Озон за столько лет. Озоном я пользуюсь с 17-го года. Меня мама зовет Шпагольку. Вообще какую-нибудь фигню заказываю. Ну не фигню. Не хочу пока это есть. Потом уж. Или не буду, не знаю. А, мне пришла пена монтажная. Хочу вот это вот. Вот мне сейчас все допридет, и я буду дверь реставрировать. Не хочу новую дверь, но я говорила, да? Буду снимать покрытие, там бла-бла-бла, красили. Вот мне грунтовка придет, пришла два валика маленьких. Опять я так делаю. И кисточка хорошая. Завтра, послезавтра придет грунтовочка. Ручки черные. Краска белая, я говорила, я купила. Шпатель у нас, наверное, есть, чтобы снять ленту по бокам. А насчет монтажной пены, я уже забыла. Там двери, дверь МДФ. Есть маленькая дырочка. Я уже смотрела, как его заделать. Вот, мне нужна пена. Шпаклевка. Тоже второй раз заказала, блин. Первую отменили. Тоже завтра, послезавтра придет. Самое сложное. Попросить маму помочь снять дверь. Я же не могу. Даже... Стопор купила такой, знаете, он как ножка, будет держать дверь немножко. Тупые рифмы пошли. Это не мои слова. Я не говорю рифмы. Мне не нравится. Я уже, правда, утром поела. Реально матрешку похоже. Ну ладно. Монтажная пена, господи. Так, ты что сел? Сейчас, пультик. Нет, цветное нам не надо. А видно цветное? На руке, да? Типа розовым, голубым. Угу. Короче, монтажная пена такая, как одноразовая, как ее назвать, с трубкоадаптером. Трубкоадаптер не пришел, упаковки тоже не было, даже на скотч не прилепили. Ну, типа, продавец чего ожидал. Потом почитал отзывы, надо было это сразу сделать, что многим с трубкой, ну, она не приходила. Я думала, трубку отдельно куплю, посмотрела, а трубка стоит, блин, как баллон. Я такая, ну, возврат сделаю. И у кого-нибудь другого найду, хотя не было. И нашла. Еще даже на 10 рублей дешевле. И деньги быстро пришли. Возврат мне понравился. Мне сейчас, кстати, девчонки писали. Ну, не девчонки,
Про Валберес, что на Валберес, ну, про косметику, когда говорила. Как всегда, под конец, да, мысли. Конец, концовку никто не смотрит. Что на Валберес косметика паленая. А я это всегда знала. Не знаю, Валберес для меня это прям помойка. Еще после того момента, когда там то с работников ПВЗ деньги брать за что-то там, за возвраты, то видос в интернете, что тут работает на Валберес, голый оттуда выходишь, что смотришь, чтобы ничего не сперли. Ну, как-то я всегда комментарии смотрю. Каждый раз, когда я что-то там смотрела, паленка-паленка, я такая, ну, понятно, типа. Да и он у нас ПВЗ далеко находится. А Озон, там главное найти продавца хорошего. Вот я нашла там Ривгош, Эйвен, оригиналы, всякий магазин корейской косметики. Много добавила этих магазинов в любимые, короче, да, типа в избранные. Ну и все. Если мне когда-то что-то надо, я там заказываю. Румяна я в Ривгош покупала. Ну, на Озон там магазин. Тушь белая тоже какая-то там. Ну, хайлайтер у меня тоже вот я брала. Холика. Бибикрем тоже оригинальный. Я брала у поставщика оригинального на Озон. Холика на Р, как там называется, магазин. То есть главное смотреть. Даже когда, типа, продавец Озон сам, да? Да, он тоже паленка бывает. Я вот Мишу бибикрем себе заказала. Я, блин, его хотела сегодня нанести и проверить. Забыла в следующий раз. Но если мне будет не лень. Как раз пельмени, которые я хотела, которые у меня куплены, как бы, только без салата. Наверное, с икрой. Я люблю икру. Конечно, не дядя Ваня, но тоже нормально. Я уже не удержалась, попробовала. Ну, хочу салат есть этот. Ну, листья, в смысле, горькие. Биби Миша тоже оригинальный. Мне очень нравится пудра прозрачная Катрис. Очень крутая пудра, я ей года 2-3 пользуюсь, ну 2, наверное. Но вот с этим вообще проблема. Даже на сайтах там подручки, Литуаль или Ривгош нету. Только если я в магазине. Ну, мы скоро поедем в этом месяце в Тулу к ревматологу, я не знаю. Может, заедем. ТЦ Макси или как там, там вроде тоже есть. Ривгош и все такое. Что за сыр такой, господи, он вообще не соленый. Это не брынза, не фитакса, непонятно вообще что. Начинала, почти не пила.